Подпишитесь на этот канал Мистер Серджиго. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Пять Сёп. Видите, как он ругается. Ну, за то, что, ну, тут это, просто одно дело произошло, из-за того, что, ну, короче, Sonic CD, короче говоря, и нужно защитить вот эту вот маленькую планету, которая вот висит на горе. Вот этот вот. Короче, продолжаем, вот. А, я забыл поменять музыку. Вот, японская версия музыки. И да, я говорил, что заставку покажу японской версии. Я ошибся, я не буду показать, потому что она уже в ссылке в описании под тем роликом, как я снимал Sonic CD. Так, вот тихо, вот. Вот эти вот черти будут мешать вот с такими блестками какими-то. Ой, блях. Ха. Итак, напоминаю, мне нужно найти пасту. Пасту. И все. Эй, стоять в другую сторону, дебил. Ну, короче, мне нужно идти в прошлое, там это, что там, наладить там всякое, и там находить там изумруды. Не изумруды, а камни времени. Вот, фьючер. То есть это будущее. Мне пока туда не надо, потому что мне нужно изменить прошлое, а не будущее. Хоп, все, ее нету. Да стой. О, паста. Ха, не ударил. Теперь у меня вопрос, как разогнаться? Где разогнаться? Тихо. Не хочу здесь. Хм. А если... Нет. Опа! Зашел. Прошлое. Ура. О, все, уничтожили первую штучку. Теперь остался без Соника и все на этом. И можете пойти домой. Шучу, в кольцо надо идти. Так, теперь врагов не будет, но вот эта вот всякая фигня останется. Ну, типа, пружинки, не пружинки. Понятно. О, колечко на последнее. Все. Все. О, господи. Это было легко. О, здорово, на. Все. Теперь можно колечко идти. Ну или как хотели, фьючер. Фьючер. Тихо, тихо. Стоп, какой фьючер? Уже все, уже конец уровня. Так. Все, эти как будто мы закончили уже первую часть. Первая часть должна закончиться вот над этими вот уровнями и боссом. А следующий у нас уровень будет уже под водой. Но сейчас потом будет босс. Но сначала нужно собрать камни времени. Не попадай на воду и вот эти вот штучки, которые вот грызут меня там. Ну вы не увидели. Или увидели. Ну вот последняя штучка осталась. Летающая. Ай, кружись просто. Бам! В смысле, это не все. Ах, ты затаился тут там. На, все.
to eat a piece of cake. О, прикольно, еще монетку получил. Сейчас будет доброе будущее, нормально, хорошее будущее. Опа! Хорошее будущее. Напоминаю, где босс находится. Вот он. Ну, вдруг ли тут олдов кто-то вспомнит, а если тут нет олдов, тогда вы, поздравляю, переходите на плейлист. Или не переходите... с Соником CD, как я играю на мобилке. Да, музыка отличилась от того, что поменял музыку японскую, ну, то есть американскую на японскую. Куда? Так, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Оп! Ха, все, победил. Ха, ты слишком медленный, я быстрее тебя. Так, вот теперь вот, первого типа вот вторая часть у нас началась уже. Так, у меня один вопрос. Где там я прошлое это находил? Ну, точно надо спускаться, я помню. И потом убраться наружу. А дальше я не помню. При этом еще не забыл, что мне нужно кольца собирать. Там прошлое было. Ну ладно, я видел только наверху. А, тихо. Блин, тут же колючки. Ах, еще эти рыбы, блин, помешали. Подумал же, была, зачем мне прям на меня, прям на лицо. На яйцо. Так, здесь это будущее, понятно. Так, ну где-то здесь можно разогнаться так, хорошенько. Да, вот здесь где-то. А, вот оно, нашел. Теперь нужно сейчас назад. Главное не задохнуться. И не потерять кольца. А еще вот этот ветер мешает подводный. О, спасибо за клички. Стоп, я забыл же, что она поднимается вроде как. А, я же вдохнусь, же надо воздух быстрее, видите, уже заканчивается воздух. Быстрее, быстрее, быстрее. Оп, все. Блин, потерялся. Я потерялся! Я тупанул, как оказывается, если вот сюда прыгнуть, то тут паста будет. Крипипаста. Ладно, сейчас разгонимся. Ну, для начала мне нужно уничтожить всех врагов тут, которые будут мне мешать. Поньк. 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 Все, достаточно. Не бойся, если они упадут, то я же все равно отойду, и они опять поднимутся. Так, надо вот здесь вот. И бежать!
Па-бам, и сохранился, вау. Так, когда вот тут еще плыл, я еще видел этого штуковину, а не Metal Sonic'а. Вот если вот сюда вот плыпнуть. О, там щит. Мне нужен щит. Да блин. К сожалению, он не подводный. О, Metal Sonic, хорошо. Ха, и рыбки поплыли. Спасибо за воздух. Ой. Да ну, что эти остались еще до сих пор? Вау, вот сюда мне нужно прыгнуть, потому что тут... Вот это вот, видите? Вот видите? Видите? Вы не видите. Как вы не видите? Если вы вот сейчас вот увидели. Все. Ха-ха. Все, смог. Будущее, не будущее, ладно. Сейчас уже финиш уже будет. Вот, я же говорил. Вот мне кажется, что вам больше голос мой слышно, чем игре. Ну, очевидно же, я снимаю все на камеру. Ну, то есть я имел в виду... неважно. Как будто это не лужа, а яма какая-то. Блин, я ни одного не ударил. Мне нужно одного хоть ударить. И все на этом. Шучу. Нет, это вода. Я так и знал. Да блин, да чё она так криво? Я не умею. Я не умею, это трудно. Очевидно же, хорошо, что мне бесконечные жизни, не то есть я имел в виду эти штуковины, блин. Монетки. Подыхай. Понял. Так как так? Как они не ворачиваются от меня так сильно? Я ж не успеваю их убить. Ну блин, ну давай, иди сюда. Спасибо, спасибо. Нет, нет. Хорошо. Как это да я? Я ж всего лишь отвлекся. И я... Я свинья. Ай, ай. Да понятно все. Сейчас сам сверу. Все, наконец-то. Как же это было трудно. Фух. Это, блин, это было трудно. И да, тот тенок, который появился вот
Оказалось, что это просто она дает ей еще дополнительное время, что, в принципе, это прикольно. Спасибо за это. Итак, дальше. Я не хочу больше слушать, там проходить дальше. Вдруг там будет трудно. И да, подождите. А это, если что, вторая платформа, это вот в начале игры, в начале уровня, то есть. Тут, короче, есть паста. Главное не упасть. Главное не упасть, ага. Упал. Блин, у меня и по зарядке мало. Да блин, да... О, спасибо, наконец-то. Все, паста, хорошо. Теперь надо идти туда, не знаю куда. И найти то, не знаю что. Пружинки мешают. Мешают. Так, я иду в верном пути, хорошо. Ай. Скотина такая. Как же тебя ненавижу. Эй, я же тебя ударил. Что за... О, все. Пришел. Теперь разгон. Все, разогнался, теперь что, подождите. Итак, первая штучка, она вот где-то вот внизу там. Твою ты налево. Вот, сам внизу, вот он. Пузырик! Отлично. Так, дальше. Тут тоже нам пружинка, вот она. Прям вот этот вот центр внутрь. Главное не задохнуться. Не задохнулся, хорошо. Так, у меня, если что, еще один в кармане этот камень времени. Только у меня не в кармане ни одной монетки. Хотя есть, но я думаю, что это будет недостаточно. Все, разорвал. Всех. Теперь я могу бежать с балкон же. Вы издеваетесь? О, да ну это и не двигается. Да, если кто не знал, что погибнешь, можно вот сюда вернуться. Хотя я сам не знал, а сказал. Так, ну пойдем дальше тогда. Все тут добренько, все весело, все ля-ля. Фьючер не хочу находиться, потому что вдруг ли, мало ли что. А ты меня задавил в прошлый раз. Ненавижу тебя. Кстати, еще же вспомнил, 15 ноября же появился новый Бенди же. У меня на канале его не будет или будет, но это будет в будущем, потому что, ну... Компьютер же не выдержит такой вот такую вот графику. PlayStation 5. Пуржинка припрыгнул. Ну, пузырик, спасибо. Тихо, 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 тихо. Оп. Так, тут в прошлый раз мне приезд тут сдавил. Вот это вот тут. Надо не торопиться. Так, это здесь было. Вот. А, это был уже финиш. Ой, дальше, наверное, будет сложно. Потому что пятый зум был сложен, так что с тобой... Это что за эпилепсия такая?
Слабонервные, уходите оттуда, тут это яркие тут эти штучки. Нифига себе. Ну-ну-ну. Опа! Фу, в эпилепсийном этом соке купаюсь. Так что он у меня отходит-то? Я же ничего такого плохого не сделаю. Я только просто убью его и все. Вот видите, ничего такого страшного нет. Только есть одно страшное, это то, что пружинки, то есть не пружинки, а время заканчивается у меня уже. Я тут временный, о, нашел. А, я не могу уничтожить, потому что все. Ладно, попробую сам пройти этот. Все, походу сделал. Ну да, наконец. О, сколько у меня там... мне уже давно спать пора. Наконец-то это смог. Еще один. Это же невозможно. Мне обязательно надо собрать еще побольше монеток. Вообще, последний босс я заканчиваю нафиг. Ну, завтра же пятница. Ну, то есть уже для вас уже пятница, вот и Яйкин. Для вас уже пятница. Да, и для меня тоже пятница. Так, для нас это пятница, значит, да? Ой, сейчас у меня дальше. Потому что же я не в кувырок же. А еще колечки, блин, потерял, скотина и такая. Так, и что сказать-то хотел? На выходных же побольше видео будет же, да? Да. Да, из пукисов я покажу реакцию свою. Ну, то есть с покеманов. О, все, победил. Ну, типа. Да, побольше там колечко может собрать, но это уже все. Потому что уже нафиг, давай в босс. Из этих изумрудов... Не изумрудов. Ну или просто времени там это теряет, короче. Прошлое, не прошлое, изумруды, не изумруды. Они у меня время теряют из-за этого. И да, почему суббота, воскресенье, потому что это выходные же дни, же, очевидно же. Все, на, иди. Бам, все. Какие-то кривые цветы у меня растут. Ну ладно. Ни хрена это. Так, сейчас. Ага, понятно. Ладно, все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик. С вами был Степа, всем пока.